Грустный понедельник, а вот и нет. Сегодня отмечается День запахов пряности для глинтвейна. Что это за напиток, из чего его делают, узнаем у тюменцев. Это напиток спиртной. На основе чего? На основе спирта. На вине его делают из фруктов, там, в общем, вот. Да, на вине из фруктов и добавляют туда сахар. Корицу, наверное, тоже. Корицу и... Что еще? Давай, гвоздь. Гвоздику. Да, молодец. И базилик. Подожди, нет. Бадьян. Пряности. Полынь какой-нибудь, не знаю. Ой, давайте, чтобы глупо не казаться, лучше вы скажите. Деревья такие, корица. Кусты, вернее. И срезают листья, и да, из них высушивают. Нет, семечки корицы. Семечки корицы. Да, вот это. А может быть, я путаю с гвоздикой? Палочки – это пряность. Дерево, которое можно на терочке потереть и сделать порошок. То есть срубают дерево, рубят его потом на кольца, и из них делают корицу, да? Скорее всего, так. Но я только знаю, что ее в булочки добавляют. Палочки корицы. Это растение такое какое-то растет, и там потом эти собирают. Трубочки такие, я знаю. Вот. Это старые трубочки из баров берут, использованные, да, сушат потом, обмакивают их в алкоголе, и получается корица. А, да? Ну, я не знаю. Наверное, да. Угу. Все. Ты уверена? Нет. Давай поразмышляем. Ну, корица, это специя. Ее делают из растения. Какого? Кориандр какой-нибудь, не знаю. Кругленькие звездочки. Такие. Кругленькие звездочки, да. Огромные, как лопухи, да? Не, я поняла, я вспомнила, как он выглядит, да, я поняла, что это такое. Так, звездочки, и на кончиках звездочек там что? Ой, это мелкие стебельки, а на ней как гвоздики выглядит. Стебельки, там шишечка такая вот, это она. Палочка со звездочкой. А, то есть это смесь бадьяна и корицы? Скорее всего, так. Гвоздь? Какой-то гвоздика. Да, какого размера гвоздь? Маленький. Насколько маленький? Покажи еще раз. На донышке. Настолько маленький гвоздь. Тебя устраивает размер такого гвоздя? Ну, смотрю, какой. Есть вот такие гвозди. Есть вот такие гвозди. Тебе больше какой нравится? Знаете, вопрос с подвохом. Ну, чем больше, тем лучше. Оказывается, не все тюменцы знают, что за напиток и из чего его делают. Надеюсь, этот выпуск им поможет. И помните, чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью.